Москва, 30 апр, РИА Новости. Более 70 человек погибли и около 40 тысяч семей до сих пор не могут вернуться в свои дома в Кении из-за наводнения в результате продолжительных ливней, обрушившихся на страну и месяц назад, сообщает местное общество Красного Креста. В условиях продолжающихся ливневых дождей паводковые воды по-прежнему продолжат представлять опасность для тысяч людей по всей стране. Наши сотрудники и волонтеры работают круглосуточно, чтобы обеспечить эвакуацию семей в районах повышенного риска, заявил генеральный секретарь общества Аббас Гулет. Аббас Гулет. С момента начала ливней в конце марта, помимо гибели более 70 человек, свыше 211 тысяч жителей были вынуждены покинуть свои дома, говорится в отчете Управления по координации гуманитарных вопросов ООН. Многие дома, фермы, дороги и другие объекты инфраструктуры разрушены потоками воды. Ситуация в стране резко ухудшилась, когда кенийская энергокомпания Энген, Кения Личтричитый Генератинг Чампаны, начала спуск воды из своей ГЭС на реке Тана, которая вышла из берегов около 2